Привет, what's up, ребята, меня зовут Йокин. Как вы, наверное, уже заметили по моему состоянию, мне не очень хорошо, я приболел. Наверное, по голосу слышно, по моему фейсу, я весь красный, опухший, поэтому прошу прощения, как говорится, за свой голос, но и при этом контент никто не отменял. Сегодня снова открытие кейсов. Конечно же, сегодня продемонстрирую новые кейсы, которые вышли на сайте MyCSGO, мы их посмотрим и, понятное дело, постараемся окупиться. Перед тем, как мы начнем, хотел бы вам показать свой промокод Йокин40. Прямо сейчас у себя на экране вы видите промокод Йокин40, который дает 30% пополнению. Кто еще не знает, кто не в курсе, сейчас покажу. Вы пополняете на 1000 рублей, сверху получаете 300 на свой баланс. Если же вы пополняете на 10 тысяч, на 100, либо же на миллион, при пополнении на миллион рублей получаете 300 тысяч сверху на свой баланс. Пополнять можно как с Visa, MasterCard, Сбер, Юмани, PayPal, Google Pay, Apple Pay, все это многое другое, конечно же, вы видите на сайте. И ссылка на сам сайт, и также промокод закрепленным комментарий под данным видеорекордингом. Да, я вызвал Сап еще раз, всем привет. Сегодня мы снова находимся на сайте MyCSGO и, понятное дело, сегодня у нас снова открытие кейсов. Сразу же хотел бы вас оповестить о том, что на сайте появились новые весенние кейсы. Тут Snowdrops, Burst и Spring. Когда новые кейсы выходят на сайте MyCSGO, кто еще не знает, они всегда подсвечиваются таким огненным свечением. Панелька сразу зажигается, и это понятно, что новое обновление на сайте MyCSGO. Баланс у нас сегодня 9875 рублей. Также имеется бонусный 3897 рублей. Точнее, бонусов. Ну что ж, давайте сразу приступим к открытию данных кейсов. На самом деле, хотел бы начать со Spring. Он, наверное, самый дорогой из новых. И давайте посмотрим сразу, какие скинчики имеются. Тут обмотки рук осторожно, водительские перчатки Резан красный, обмотки рук лес, нож с лезвием крюком Гамма Доплер, Шэдоу Дайер убийство, Наваха. Короче, на самом деле, очень прикольное сочетание скинов. Даже новые скинчики есть. Обратите внимание на то, что АВП Chrome Cannon, который не так давно вышел, уже имеется в данной сборочке скинов. Также USPS Jawbreaker, тоже новенький скинчик из коллекции Киловатт. И что еще? Скорее всего, да, тут, по-моему, по-новому все. Поэтому предлагаю сразу же открыть три штуки, глянем, что же он конкретно нам выдаст. Очень надеюсь, что кейсик будет очень заносной, так как он новенький, красивенький, весенний. И на самом деле, по нынешнему дропу мы видим, что вроде не окуп. Да, это 100% не окуп. Давайте еще два раза откроем. Будем открывать медленно. Хочу насладиться открытием весенних кейсов. Всех, кстати, поздравляю с началом весны. Конечно, уже сейчас не 1 марта, но в принципе тоже можно всех поздравить. Выпало на 400 рублей. Снова не окуп, к сожалению. Ну и давайте еще один раз его открываем и попробуем открыть следующие кейсы. Посмотрим, что они могут выдать. Боже, я подумал, что уже АК-47 Азимут. Ай-яй-яй. Ладно, к сожалению, не докатилось. Давайте кейс Birds. Выглядит тоже красивенько. Очень нравится дизайн, как я уже ранее говорил, в фиолетовых и таких розовых цветах. Это, наверное, мои самые любимые цвета именно из кейсов, скинов и все, что находится именно в CSGO. А точнее, не в CS2. Тут у нас имеются перчатки Гидра Мангры, Кровь в воде SSG, АК-47 Ягуар, АВП Нью Нуар. Также моя самая любимая М-ка это Тэму Кау. Ранее уже говорил об этом, все должны об этом знать. Кто новенький, вы уже об этом узнали. Ну и, в принципе, из таких скинов тут все. О, что с картелем? Почему он такой черный? Что с ним произошло? По-моему, ранее он таким точно не был. Ну ладно, я предлагаю сразу же открыть 5 штучек. Кейс не такой дорогой, поэтому предлагаю открыть его, ну, наверное, 2 раза по 10. Почему бы и нет? В принципе, за такой кейсик, я думаю, не жалко отдать такие денежки. Поэтому наблюдаем свою картину. Это карамельное яблоко 3 штуки, Nova Carpco и Fama Sticks. Да, конечно, скинчики не самые лучшие. Предлагаю 10 раз открыть. 1000 рублей мы на это тратим. Пожалуйста, выдай что-то красное. Очень хотел бы АК-47 неоновую революцию какую-то. Но, блин, ладно. Я попросил что-то красное. Он выдал, это не нуар. Эмочка, почему бы и нет. Давайте еще один раз откроем. Это, наверное, первый кейс, который, в принципе, нам окупился. Вот еще один неонуар глок. Да ну, хороший кейсик. Я думаю, с него можно ливнуть на хорошей ноте, чтобы, в принципе, он нам не испортил настроение. И открыть Snowdrops. На самом деле, даже читать не хочу, что тут за скинчики. Кейс и так не самый дорогой. Поэтому let's go, откроем его 10 раз. Сразу же чекнем, что он может выдать. И, ну, да, кейс, в принципе, недорогой. Рассчитывать на что-то дорогое я даже и не стал бы. Второй раз открытие тоже не удалось. 239 рублей. Ну, ничего страшного. Давайте посмотрим, сколько все нам обошлось. 4441 рубль. В принципе, ну,
плюс-минус мы вышли в ноль. Почему бы и нет? Не так уж и плохо на самом-то деле. Поэтому предлагаю открыть какой-то next case из того, что мы не открывали с вами ранее. Есть CS2 кейс, кстати, мы его не открывали ни разу. И тут довольно-таки хороший затарщик по скинам. Нож с лезвием крюком зуб тигра, Wildfire AWP, USPS поток информации, смертоносные кошечки также имеются. Музей элиты АК-47, честно, никогда не понимал данный скин, мне вообще он не нравится. Ну и также выстрел в голову, слишком какой-то, ну, наляпистый скин. Ну поэтому предлагаю открыть его 10 раз за 850 рублей. Maybe baby выпадет какая-то эмочка, SSG, страш эмочка. По-моему, это не no окуп, 609 рублей, да, не окупились. Можно еще раз 5 раз и let's go открывать, наверное, наши всеми любимые майнинг кейсы, которые мы всегда привыкли открывать, когда у нас все плохо по дропу на выпуск. Что-то как-то вообще, ну, сегодня не особо нам везет с выпадами, поэтому предлагаю на заносик. Оу, кстати, что? А в чем разница? Азимов майнинг и элит Азимов майнинг. Я на самом-то деле что-то сейчас не понимаю. Это идентичный кейс Азимов майнингу или нет? Стоп. Да, тут другие скины лежат в принципе. Именно из ширпотреба, синевы. Но я честно не понимаю. Давайте его откроем. 990 рублей. Да, он стоит намного дороже, но если он и дороже стоит, то в принципе скины должны тут чаще дороже падать, чем в обычном. Ну, давайте попробуем, почему бы и нет. Вот, P90 уже имеется, хорошо. Давайте 5 раз откроем, maybe выпадет что-то. Не выпадает. Надо немного больше нам баланса, поэтому предлагаю в Азимов майнинг обычно сходить и попробовать отсюда выбить калашик за 2000, продать его, и можно еще пару раз открыть новый кейс, если же, конечно, выдаст нам калаш, ибо обычно я его много раз могу открывать, мне ничего отсюда не падает. Хотя на калашик я бы рассчитывал прямо сейчас. Давайте на последние деньги попробуем отсюда выбить калашик. Хотя бы. Потому что если у нас на последнем балансе он выпадет, я, скорее всего, его буду забирать. Хотя этот не точно на самом-то деле, поэтому let's go еще открывать. 2 раза. Вот еще P90 выпал. Неплохо, почему бы и нет. Но, по-моему, это ласт. Да, скорее всего, это ластовое наше открытие. Ну, с кем не бывает, окей. Почему бы и нет. Знаете, я предлагаю некоторые скинчики, которые сегодня мы повыбивали, можно их даже продать. Например, P90, по-моему, нам выпал 2 раза. Я предлагаю его продать и открыть новый Азимов Elite Mining. На самом деле, очень заинтересовал данный кейс, потому что это что-то новенькое, и в то же время тут точно такой же, как и обычный, но при этом дороже. Хорошо. Да ладно, за 10 тысяч сразу эмочка нам падает. Ничего себе. Ну да, в принципе, кейс себя оправдал. 99 рублей не зря он стоит. Тут и шанс на выигрыш какого-то дорогого скинчика выше. Окей, я предлагаю на последние деньги дооткрывать уже сегодня Азимов. У нас, знаете, день Азимов скинов. Я так понимаю, они сегодня нам будут целый день падать. Потому что заносик на эмочку, ну, неплохо, мы сегодня в окупе плюс 10 тысяч. Почему бы и нет? Я даже очень рад за это. Поэтому ласт открываем Азимов и все. Все, на этом все. Что? Я что-то ни хрена не понял. Что? Я не понял. P250 Азимов стоит 2000 рублей? Это какая-то ошибка на сайте или реально он столько стоит? А почему цена такая большая? Он же стоил 250, у него 100x прироста, что, блять? Ой, 10x прироста, что? Ладно, я думаю, сегодня прям хорошенько так занесло. Плюс 10 тысяч имеется. Поэтому всем спасибо за просмотр. Как обычно, не забывайте, все ссылки на сам сайт, также промокод, в закрепленном комментарии под данным видеорекордингом.